Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. Время встречать гостей. Недавно в агрогородке Поречье прошел фестиваль духовой музыки «Фанфары Сяброу». И по этому поводу мы пригласили Валерия Сака, учителя, дирижера образцового духового оркестра Поречской детской музыкальной школы искусств. Константина Мазюка, председателя цикловой комиссии «Духовые ударные инструменты» учреждения образования Гродненского государственного музыкального колледжа. И Татьяну Гайс, директора государственного учреждения образования Поречской детской музыкальной школы искусств. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна, начнем с вас. Расскажите вообще, что это за фестиваль, что он собой представляет, какая программа была? Фестиваль наш проходит раз в два года. Вот совсем недавно, 25 мая, состоялся 8-й открытый фестиваль духовой музыки «Фанфары Сяброу», в котором принимают участие духовые оркестры. В этом году к нам приехал Народный духовой оркестр Гродненского государственного музыкального колледжа, эстрадный оркестр арт-колледж-бенд Гродненского государственного колледжа искусств, духовой оркестр Лидского государственного музыкального колледжа, духовой оркестр «Интрада» Слонимской детской школы искусств, образцовый духовой оркестр детской музыкальной школы искусств номер 1 города Гродно имени Семеняки, образцовый духовой оркестр «Геликон» детской музыкальной школы искусств номер 14 города Минска и ансамбль саксофонистов «Ватага Бэнд» также этого учреждения. Впервые они участвуют в фестивале или нет? Нет. Все коллективы у нас уже постоянные участники. Вот первый раз в этом году нас посетил Лидский государственный музыкальный колледж. То есть участников достаточно много на фестивале. Да. А если говорить опять же о фестивале, то вообще кто за что отвечал на нем? Ну, за приглашение коллектива нас отвечал Валерий Николаевич. Это его друзья, которые к нам приезжают, он попозже об этом расскажет. А уже организационные вопросы на себя брала я. А вот что за программа вообще? Что за чем следовало? Сколько дней длился фестиваль? В этом году фестиваль у нас проходил один день. Начался и проходил он вообще традиционно. А обычно сколько? Раньше в 2019 году у нас были два дня, да, потому что у нас были зарубежные коллективы приглашенные. Первый день у нас назывался «Созвездие зарубежных друзей», где были представлены разные страны, а на второй день у нас уже были коллективы белорусские. Вот. Фестиваль проходит традиционно. Начинался он шествием оркестров по улицам агрогородка Поречья от привокзальной площади к концертной площадке Поречьского центра культуры. Каждый коллектив представлял программу концертную по 30 минут. И наш оркестр «Вип-бенд» показал еще зрителям свое новое дефиле. Вечером состоялась торжественная церемония награждения всех коллективов и завершился праздник дискотекой с участием инструментальной группы «Вант Бенд». Участники этого коллектива – наши бывшие ученики, а ныне учащиеся Гродненского государственного музыкального колледжа. Как появилась идея создать этот фестиваль? С чего все началось? Вот это все началось, Валерий Николаевич сейчас расскажет. Валерий Николаевич, давайте. Оркестр очень много раз выезжал за рубеж, видел там проведение фестивалей и просто-напросто решили создать такой фестиваль у нас, чтобы могли приехать наши коллеги, посмотреть, как живет Беларусь, пригласить наши лучшие коллективы из Беларуси, из России. То есть у нас побывали на фестивале Россия, Санкт-Петербург, Москва, Новороссийск, Латвия, Литва, Польша, Украина, Чехия, Германия. То есть, ну и много оркестров с нашей Беларуси. У нас было, доходило до 14, по-моему, коллективов принимал наш фестиваль. Ну вот так и зародилось. Она не зря называется «Фанфары Сяброу». Именно приглашались туда друзья, которые где-то мы встречались, подружились с этими оркестрами, дети дружили там между собой, и вот договаривались, вот этот оркестр надо пригласить, такой оркестр надо пригласить. Смотрели по финансам, году что есть, и приглашали эти оркестры. Даже сам оркестр зарабатывал эти деньги, выступая с концертами где-то по агрогородкам, собирал деньги на счет, и потом эти деньги ушли на проведение этого фестиваля. Ну, конечно, спасибо нашему райисполкому, который всегда помогает, откликается на нашу просьбу. То есть даже какая-то организация есть от отдела культуры Гродненского райисполкома,
И финансовая поддержка всегда присутствует. А вот вообще, насколько востребован этот фестиваль среди, не знаю, может, молодежи, может, наоборот, более старшего поколения? Кто туда приходит? Приходят все поколения. От стариков до грудных детей, так можно назвать. Полно было людей. Организована была торговля. Аттракционы для детей. Прекрасно, были. Да, аттракционы были для детей. То есть люди целый день, хотя было жарко сначала, но превозмогая все трудности и невзгоды, люди слушали с удовольствием духовые оркестры. Как-то Поречье это нравится людям. Плюс там еще санаторий есть, где люди отдыхают, и они с удовольствием тоже приходят это слушают. А вот какие инструменты были задействованы, может, чаще всего? Трамбоны, конечно. Как еще могут инструменты задействованы? Мы как раз за кадром говорили о тромбоне. Итак, Константин, да. Ваше время пришло. Ну, давайте проговорим про тромбон. Да, тромбон – это прекрасный инструмент. Это лучший инструмент в городе Гродно, его знают везде. Как у нас говорят в музыкальном колледже, тромбон всему голова. Почему? Потому что тромбон – это тот инструмент, который может передать всю палитру любых красок, да? Начиная от гнева, заканчивая весельем. К сожалению, не все духовые инструменты могут похвастаться этим, а вот тромбон – это тот инструмент, который может показать. И вот, кстати, на фестивале тромбонисты высочайшего класса были во всех оркестрах. Даже в музыкальном колледже у нас, да, у нас каждый год приходит духовой проспект, в котором мы объединяем всех наших духовиков. У нас вообще мысль такая, чтобы объединить всех духовиков Беларуси. И центр сделать в городе Гродно. Хотелось бы в Поречье сделать, честно. Я оттуда родом, и мне бы очень хотелось бы, но я не хочу... У них есть фестиваль уже. Надо что-нибудь сделать и в Гродно, потому что очень душа болит из-за того, что духовой фестиваль проходит в Гродненской области только в одном месте. Вообще духовая музыка – это музыка, которая... способствует развитию, да, любого ребенка. Мы все знаем, что находясь где-нибудь на улице, если мы слышим, как играет у нас, грубо говоря, на советской, ребята, духовики, все останавливаются, все получают эстетическое удовольствие. Так и вот и здесь этот фестиваль, который я считаю, что это пример, как надо, ну, как надо, чтобы это делали все, и не только в маленьком агрогородке Поречье, в котором не энное количество людей, а в городе Гродно почему не сделать? Ну, есть же духовые оркестры, есть военные оркестры. Почему нельзя это сделать? Это надо сделать. Мы верим, что и в городе есть Гродно идея, пройдет. Да, и девизом конечно. Фестиваля станет тромбон всему голову. Конечно. Ну, вы как участник, мы уже знаем, на чем вы играли. Как долго вы подготавливались к фестивалю? И вообще, первый раз вы участвуете? Я вообще готовлюсь уже к этому фестивалю очень долгое время, еще когда учился в музыкальной школе. Леонид Николаевич меня готовил долго к этому. Леонид Николаевич – это мой преподаватель, да? Он меня с 8 лет, наверное, он меня готовил ко всем этим фестивалям. Я, наверное, не пропустил ни одного фестиваля, если только, может, самый первый, я тогда в армии служил. И, наверное, вот я его пропустил. А так я ни одного не пропускаю, но я считаю, нельзя это пропускать, потому что там такая атмосфера. И я считаю, что мы сделаем рекламу на через 2 года обязательно, что состоится. Конечно. Надо обязательно туда приехать и посмотреть. Потому что духовики, ну, все люди, которые играют на духовых инструментах, да, это каста людей, которая, ну, это особенные люди. Не хочу оскорблять другие инструменты, но вот именно духовики – это настоящая семья. Это семья, которая подставит плечо, которая поможет, прикроет. И вот эта вся атмосфера, которая происходит в Поречье, вот там это можно увидеть. Вот, Валерий, вот вы как преподаватель, да, скажите, вот вы тесно общаетесь со своими учениками. Есть ли у вас такие же ученики, которые также преданы своему инструменту и готовы тоже выступать на всех фестивалях? Да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что Константин Валерьевич, который учился, он открыл у нас такую... Первый открыватель, он стал лауреатом первого международного конкурса в Гомеле, стал стипендиатом первым президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. То есть вот он начинал. Сейчас у нас сколько их? 23. Сейчас 23 уже у нас стипендиата. Ну, они неоднократно награждались. Но первый был Константин Валерьевич, который приехал. Сейчас мы ежегодно ездим на конкурсы. То есть все начинается с конкурсов, где ребята. А преданные своему инструменту, есть, ребятки, сейчас вот готовлю. У нас тандем хороший. Я, то есть, готовлю, передаю сейчас Константину Валерьевичу, он их дальше. Уже есть опыт, который ребята... И в академии учатся в академии, у нас, да. Закончили академии музыки. То есть, у нас такая уже... Преемственность. Да, преемственность нужна. А про семейственность я хочу сказать еще одно. А где же вы видели, чтобы какой-то оркестр
пошел поход, 45 человек в лес на два дня. И только в Поречье можно? А в Поречье вот мы можем. И прошли. Ну, такие дети классные. Ну, так... Их предупредили, они вели себя, ну, просто-напросто аккуратно. Да, и когда говорят, что поколение становится не то, поверьте, это неправда. Все дети, которые учатся в музыкальной школе, это потрясающие дети. А в Париже, в общем, вообще там такая семья. Духовой так, оркестр что... предполагает еще с собой, это все-таки военное что-то. Что-то есть военное. То есть какая-то дисциплина должна быть в этом оркестре. Ну, мы стараемся. Пусть не такая же, как военная, но чуть-чуть дисциплинка должна быть. Возвращаясь к теме фестиваля «Фанфары Сябров», Татьяна, как долго шла подготовка вот к самому фестивалю? То есть сколько времени это заняло, сколько сил, сколько человек было задействовано в организации? Ну, всегда, если хочешь провести мероприятие на хорошем, каком-то достойном уровне, конечно же, уход несколько месяцев – это приглашение коллективов, продумка сценария, организационные вопросы, да, и торговли, и аттракционы, и сценический комплекс. Времени уходит достаточно, конечно же. Но всегда, когда оно уже проходит, ты видишь, что это дело не зря, и всегда очень приятно. То есть вы коллективы приглашаете, или есть возможность у других коллективов поучаствовать, то есть подать заявку и... Как открытый конкурс. Могут поучаствовать многие коллективы. Много очень приглашали, но май такой месяц, проходит очень большое количество тоже где-то фестивалей. Вот мы в Минск, Могилев к нам хотел приехать еще, но, к сожалению, не смогли, у нас соприкоснулись тоже фестивали. Хорошо. А так мы ждем всех себя всегда в гости. А если коллектив, который хотел бы приехать, он, не знаю, подает, например, заявку, да, в теории, вы как-то отбираете или все-таки вот просто знаете, что вот эти коллективы хорошие, и вот вы готовы... Ну, в принципе, кто к нам приезжает, мы уже эти коллективы все знаем. Валерий Николаевич, мне кажется, знает все коллективы Республики Беларусь. Их не так много, но... Да, вот мы их всех знаем. К сожалению, их немного. И вот идет сейчас такая... Мы анализировали вот этот фестиваль, который прошел, и посмотрели оркестр, который к нам... приезжали такие музыкальные школы, особенно вот Слоним оркестр, они первый раз приехали, вообще боялись ехать, потому что, вы говорите, тут уровень такой, а мы это... Ну, в прошлом году, может, они немножко послабее были, в этом году они выросли, оркестр вырос, оркестр в исполнительском плане, в плане репертуара, то есть оркестр стал намного сильнее. Ну, я думаю, что это тоже в какой-то степени благодаря вашему фестивалю, правда? Да, благодаря фестивалю оркестр слушает один одного, они, где-то обмен репертуаром. А если говорить вот о той тенденции, что вот приезжают одни и те же ребята, или же все-таки есть такое, что меняются люди в оркестре, приезжают, например, там пол состава совсем другого? Или вот прослеживается, что каждый год приезжают коллективы в одном и том же составе? И за такой период там поменялось уже несколько поколений, как и в нашем оркестре. Некоторые не были даже, понятия. Уже дети их играют, так? Да. Но Минск, 14-я школа, вот это наши друзья, мы с ними, это духовая школа считается минская, мы с ними такие коллеги, очень хорошо дружим, тесно с 14-й школой. Они уже к нам... Они, по-моему, каждый год приезжают на фестиваль, и дети, вот, руководители говорят, Поречье, когда поедем в Поречье? Они ждут этого Поречья. А кто говорит, ты еще не был, так те рассказывают старше, и эти младшие загораются этим желанием, чтобы только в Поречье приехать на фестиваль. Ну, это здорово, это очень здорово. Ну, мы хотели бы поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам в студию. Константин, спасибо вам за то, что вы, как такой хороший ученик, приемлемый, за то, что вы прививаете любовь, да, к своему инструменту. Вам спасибо за то, что вы участвуете, Валерий и Татьяна, что и участвуете, и организовываете такие праздники. Я думаю, то, что нам нужно... Обязательно посетить этот фестиваль. Посетить этот фестиваль. Спасибо вам. Да. Спасибо. Ну а мы напоминаем, что у нас в студии были Татьяна Гайс, Валерий Исак и Константин Мазюк. А если и вы хотите стать гостем нашей студии или героем нашей рубрики, тогда звоните по номеру 62 64 40.